truth is, I'm scared, cause when I see you coming, all I wanna do is tell you that I love you. I know you're better off without me, cause your tears stain eyes make it dark out when you're around me. Like a needle lost in the sand, the ink dried in my hand. It's unthinkable. Like a bird that never learned to fly, I shouldn't ask you to try. It's unthinkable. But loving you was easy. See, when it was just you and me. Since you wanna leave this, I'll pick up the pieces. You said I'm out of second chances, and I know that I'm not perfect, and this probably sounds really selfish, but I hate that I'm not with you. I just wish that I could tell you that my this time is the truth. I lost the trust, I understand, but do I have to be that man? It's unthinkable. But спасибо. Любимый, с днем рождения, моя крочка. На. У нас сегодня большой праздник, день рождения ребенка, и мы сегодня празднуем этот прекрасный день. Очевидно, котенок не в восторге от нашего пения, просто потому что мать с отцом не оперные певцы, но, тем не менее, песню спеть нужно. Смотрите, какая у нас тут красота сегодня. Ребенок проснулся, и первое, что он увидел, конечно же, огромное количество самых красивых сказочных шаров. Когда ребенок проснулся, на лице было удивление, радость, ну, в общем... Восторг! Так что радость была с самого-самого раннего утра у нас. Желающие подарки, да, шарики?
Ну ладно, давайте распаковывать коробки-то. У нас тут два очень классных для тебя подарка, котенок. Давай смотреть. От нашего любимого Алант, который прислал большим таким классным сюрпризом подарок для Рэма в его день рождения. Ну что, знаешь, что там? Мы давно хотели этот подарок, да? Это велосипед Дуна Лики Трайк. Алант, спасибо вам огромное. Мы прям уже второй год мечтали об этом велосипеде, и наконец-то... Котенок, у тебя он есть! Ура! Муа! Давай, брось! Скажи, Алан, спасибо! Муа! Да? В общем, выбрали мы 5 в одном. Этот велосипед абсолютно трансформируется. Можно адаптировать высоту, колеса, педали, все что угодно. Плюс ко всему есть капор. И самое важное, что его можно компактно сложить для того, чтобы помещать в багажник машины. Это прям для родителей самое-самое то. И если не ошибаюсь, еще у нас тут в комплекте есть сумка для игрушек и всяких мелочей, которые ребенок захочет взять с собой в прогулку. Давай, открывай. И все? Ты его сложил уже? Ну, давайте пробовать. Тут еще есть вон бампер для тебя. Ну все, ты теперь модный байкер. Вау. Да, Саня? Ей, Реми! Ну вот, или можно просто толкать велосипед вместо того, чтобы на нем кататься. Ну, возраст у нас такой, у нас по назначению, как говорится, используется все. И самокаты, и коляска, и теперь велосипед. Класс! Ну, рассказывай, что ты чувствуешь в день рождения нашего замечательного сына? Очень много всего, на самом деле. Во-первых, потому что это уже второй день рождения, которые проходят в таком очень странном для нас мире. Нельзя, наверное, сказать, что он на 100% и кардинально поменялся, но все же мир он для нас стал другим. Слава богу, что для ребенка он все-таки абсолютно нормальный, потому что ничего другого он не знает. И в этом году, вот когда ему уже исполнилось 2 года, конечно же, я, во-первых, думаю о том, как изменилась наша жизнь и как он изменил нашу жизнь, и что для нас означало вот именно родить малыша и прожить с ним уже 2 года. Во-первых, наверное, скажет любая мама, ну или, по крайней мере, большинство, это самое сложное, что мне когда-либо приходилось сделать. Это родить и воспитать маленького ребенка и каждый день быть для него рядом, не просто как взрослым человеком, который просто там заботится о
в исполнении его нужд, но чтобы быть рядом родителем, учителем, человеком, который будет показывать ему этот мир и заботиться о том, чтобы его вот это вот какое-то восприятие, развитие и жизнь, она была, насколько это возможно, здоровой, счастливой, радостной и так далее, и так далее. В общем, заботиться о ребенке – это очень-очень сложно. Важная, важная вещь, которая на самом деле меня, наверное, как человека к этому времени трансформировала, это переосмысление моих ценностей. Хоть это банально, может быть, звучит, но на самом деле для меня это очень важный пункт, потому что, ну как-то не знаю, конечно, пандемия, сам ребенок, приоритеты, все, что для тебя становится важным, оно не то, чтобы меняется в корень, не то, что раньше мне было важно, там, я не знаю, только какие-то там поверхностные вещи, ни в коем случае. Мне всегда были важны, ну, как бы такие глубокие вещи, в том числе. С рождением ребенка меняется мое отношение к самой себе, к жизни. Очень ярко я ощутила изменения в наших с тобой отношениях. В том смысле, что если вначале как-то вот есть какие-то иллюзии того, как пойдет семейная жизнь, что в этой жизни важно, чего мы хотим достичь. И как-то я во многом концентрировалась на каких-то внешних атрибутах, то есть, чтобы у нас был дом, чтобы у нас были там хорошие машины, чтобы мы хорошо одевались, чтобы мы могли позволить ребенку там хорошее образование и так далее, и так далее. То есть это те вещи, которые, да, они безусловно важны, но которые, если только на них фокусироваться, они крадут у человека, мне кажется, самое важное. И вот пока ты строишь эти свои планы в жизни, пока ты вот наметил себе то достижение, оно хорошее, оно как бы имеет место быть, и здорово, когда человек достигает, но и пока ты заполняешь свое пространство этими внешними атрибутами, у тебя просто не остается места и пространства для таких важных вещей, как элементарная доброта, любовь, снисходительность, толерантность к своему партнеру во многом, потому что когда рождается ребенок, это становится очень важно. И на самом деле важно не только в контексте там просто какой-то усталости, но это особенно важно, когда ты морально истощен. И когда у тебя ресурсов не хватает не то, чтобы там о ребенке, о ближнем позаботиться, но и о себе в том числе. Поэтому я поняла, что вот наши отношения, они на самом деле стали намного крепче, намного добрее, намного лучше, просто потому что я поняла, что все важно, но когда ты воспитываешь ребенка, самое важное – это просто быть рядом друг с другом, и очень важно любить друг друга. Просто не забывать о том, что нужно любить друг друга в моменты, когда мы устаем, быть добрыми друг другу и, конечно же, пытаться помогать друг другу, поддерживать друг друга и не напрягать друг друга какими-то своими целями, потому что и так уже ты в мир выходишь, и очень много напряжения, очень много стресса, особенно вот в пандемию. И хочется, чтобы дома было как-то намного уютнее, спокойнее, и чтобы оба хотели в этот дом возвращаться. Вот это такие самые важные вещи, наверное, которые касаются вот наших с тобой отношений. И, конечно, в целом это, наверное, доброта людей, которая для меня, она стала очень важной и явной. У нас не бывает никакая подготовка к мероприятию без казусов, историй и каких-то наших там, не знаю... Хлопушек, да. В этот раз было ровно то же самое. Я на самом деле была удивлена тому, насколько люди даже в такое сложное время они могут быть добрыми. Вот, например, у тебя был прям сильно занятой график, и нам нужно было упаковать для ребенка подарки. И у меня не оставалось времени сделать это самой. И мы обратились в цветочный магазин, который здесь у нас неподалеку, для того, чтобы они упаковали нам эти подарки. Они упаковали их и спросили меня, когда я заберу эти подарки. Я сказала о том, что я смогу только поздно-поздно вечером, уже салон будет закрыт. И эта девочка, которая упаковывала наши подарки, она дождалась, пока приедет хозяйка этого салона. И они просто обе закрыли свой магазин, и они пришли и принесли пешком нам домой эти коробки. Вот для меня это было удивительно. Потом накануне, вот прям вчера вечером, я, естественно, все эти шары надувала сама, и я поняла, что у меня закончился гелий в баллоне. Ну, то есть это вот прям накануне. Естественно, с малышом не было возможности это все заранее сделать, для того, чтобы убедиться, что все в порядке, просто ну, потому что у нас нет места эти шарики хранить.
И я поняла, что все, уже 12 часов ночи, у меня заканчивается гелий, я не могу надуть эти шары. А день рождения с утра, и хочется, чтобы ребенок эту всю красоту увидел первым делом, когда проснется. И мы с тобой начали обзванивать все возможные компании, одна за другой нам отказывали. Естественно, никто не сможет доставить тебе ни баллон гелия, ни шары надутые, тем более их там приехать надуть. Вот прям сейчас, через час, в 5 утра, в 4 утра, в 6 утра, неважно. Арсен говорит, я сейчас поеду, просто буду по Петербургу ездить и искать. То есть все возможные адреса и так далее. И мы нашли компанию, просто позвонили, то есть нашли сайт Гели24, и второй был шар СПБ. И я позвонила, я говорю, пожалуйста, у вас вот тут написано 24 часа гелий доставляйте, мне нужен гелий. Они говорят, нет, девушка, извините, у нас уже все ушли, у нас заказов ночных на сегодня нет, поэтому, ну, просто на складе никого нет, мы не сможем вам заправить баллон для того, чтобы его привезти, мы сможем только завтра. Я объяснила ситуацию, что у меня день рождения ребенка. Для них это понятное дело, что день рождения ребенка, потому что шарики, ну, как бы в основном для детей. И для дней рождения. И я представляю, насколько часто такие казусы происходят на разных мероприятиях. И они стали там созваниваться с коллегами. И вот там молодой человек Роман и молодой человек Владимир, которые просто мне там перезванивали 10 раз и нашли решение, сказали, девушка, мы просто физически не можем ночью к вам приехать, мы в 6 часов утра к вам приедем, и мы надуем сами все ваши шары, мы денег за это не возьмем, если вам нужно, мы привезем еще шаров, и это при всем при том, что они не знают, что я блогер, они там не намекают на рекламу, вообще ни на что, и не поверите, в 6 часов у меня открылись глаза, я прям вся трясусь, и я понимаю, что у меня либо да, либо нет. И тут Владимир мне звонит и говорит, так, 5 минут, я буду. И они приехали, они возле моего дома, в машине, надули мне шары, добавили еще своих шаров, потому что, естественно, те, которые я купила на Озоне, они были бракованы, добрая там часть. И, в общем, вот молодой человек по имени Владимир, прям... Буду писать большими буквами в описании видеоролика. Они просто спасли нас, наш праздник, и просто бесплатно приехали, надули нам шары. Это при всем при том, что, ну, как бы позвонили мы вчера, и этих людей вообще не знаю. И в целом я понимаю, что есть все-таки доброта. Я не знаю, что побудило этих людей нам помочь, но они просто вот так поступили, они прониклись. И после этого я, естественно, рассказала, что у меня YouTube-канал, что теперь о вас я буду рассказывать в каждом видеоролике, и пусть меня гнобят за очередную рекламу, я о вас буду рассказывать, сколько только будет у меня сил. И то же самое Аланту, за то, что Алант всегда, всегда рядом с нами, и даже тогда, когда, там, я не знаю, у нас не планируются какие-то видеоролики, даже тогда, когда мы просто, вот нам что-то нужно, вот сейчас у Рэма день рождения, Алант просто вот по своей инициативе прислали нам вот этот велосипед, и нам, как родителям, естественно, это настолько облегчило жизнь, облегчило и финансово, и эмоционально, и морально, во всех смыслах, поэтому я вот просто счастлива от того, что с нами рядом такие добрые, хорошие люди, которые действительно наш праздник сделали особенным-особенным. Ровно так же, кстати, как и фотограф. Молодая мамочка, которая следит за моим каналом, она просто со мной связалась и сказала, да, вот вы мне очень-очень нравитесь, давайте я вас пофотографирую. Я очень хочу с вами поработать. Она сделала наикрасивейшую просто фотосессию. Это такая моя только с ним фотосессия. Вот... к его дню рождения. Для меня, как для мамы, это очень-очень эмоциональный момент, и я просто счастлива от того, насколько красивыми эти фотографии получились. И фотограф, она мне просто, когда я задала вопрос, что там в описании видео написать, что о вас рассказать, она говорит, да ничего, просто вот скажите, как есть. Если вам все понравится, скажите, что понравится. А если не понравилось, ну так и скажите, что ну не очень. Я говорю, как это возможно? Люди, как это возможно? Как вы можете быть настолько вот классными, добрыми и действительно вот, ну, не знаю, дарить окружающим такие позитивные эмоции? И этот именно день рождения для нас, он очень-очень важный, очень значимый, эмоциональный, даже если у нас нет огромных там обширных каких-то празднований, все равно этот день рождения, он, ну, я не знаю. Для меня он очень-очень много значит, поэтому еще раз всех, кто участвовал, большое вам спасибо. Вы действительно помогли создать этот праздник. Это именно шар СПБ, гелий 24, наш добрый давний друг магазин
детских товаров «Аланд», Анжелика Кварц, замечательный фотограф, и также, кстати, детская пресса, это печать фотокниг, которая уже у нас вот третья в нашем доме появилась, и она посвящена только и только вот этому маленькому малышу. Да, котенок? Ну и, конечно, папе. Папа, тебе спасибо за хаммер. И за то, что ты всегда рядом с нами, и за то, что ты просто лучший партнер, который у меня мог бы быть. И в любой кризис, как говорится, ты подставляешь свое твердое плечо, и ты всегда рядом. Это, конечно, бесценно. Расскажи мне, как у тебя по поводу дня рождения твоего малыша, какие у тебя чувства, какие у тебя мысли? Вот этого маленького мероприятия у меня самые отличные позитивные чувства. Ну, ты уже все сказала, видите, мы с супругой, она отметила хороших партнеров, значит, мы хорошо друг друга понимаем. У нас один вектор, одно понимание, поэтому повторяться я за ней точно не буду. Просто скажу, что я вообще очень наблюдательный человек, и мне нравится изучать все, наблюдать в динамике. Я вот за этим маленьким, сладким мальчиком наблюдаю и смотрю за его развитием, за его каким-то созреванием, за его ментальными особенностями, за его повадками, за его привычками, что ему нравится делать конкретно со мной. Потому что у нас с ним есть свой список наших любимых занятий, и этот список расширяется, и он точно знает, что он будет делать с папой, ну, то есть какими-то движениями своими, и за ручку меня возьмет, покажет, куда надо. Мы все друг друга хорошо понимаем. Я с ним провожу максимально, кажется, сколько у меня остается времени, для того, чтобы эту связь не терять с ним. Ну и, конечно, за 2 года много что изменилось. Ментально я бы не сказал, что я прям сильно поменялся. Я и так довольно ответственный человек и внимательный ко всем, на самом деле, людям, которые со мной общаются. Особенно, конечно, к своей семье. И что там делаешь? Ну и, соответственно, воспитал он меня? Я думаю, что в отчасти да. Я стал понимать, что такое ребенок. Для меня это был хороший опыт. Но как только ты осознаешь, что ты разговариваешь с ребенком, ты перестаешь по этому поводу переживать. Я имею в виду эмоционально, да, как-то что-то раздражает, перестаешь взрываться. Стараешься контролировать свои эмоции. Он, конечно, вот в этом, наверное, он меня воспитал. Но в целом я и так ответственный и заботливый человек, поэтому это не как-то меня сильно не изменило рождение сына. Ну и самое, я имею в виду вот меня как личность. Но мою жизнь, конечно, изменила сильно. То есть я приобрел еще один заряд энергии, еще один источник этой энергии, еще один способ реализации как мужчине. Это семья, там, ребенок, сын. Хочется его воспитать достойным, умным, сильным, образованным, добрым, порядочным. Очень тебя люблю. Да, папа, тебя просто обожает. Короче, я могу сказать, что я счастлив. Для меня это прям классное было событие 2 года назад. И вот каждый годик мой малыш становится все больше и больше. Ты пытаешься вспомнить, как это было раньше. И на самом деле, если бы не фотографии, все видеозаписи, ее там канал, который вы все сейчас смотрите, для нас это тоже большая память. Это канал не просто какой-то проект. Это такая память, которая... в общем-то, к которому мы можем всегда обратиться и посмотреть. Я вот пытался вспомнить, как он выглядел 2 года назад. И, ну, было сложно, на самом деле. Какие у него были повадки, что он любил делать, уже потихонечку забывается. И как раз вспоминаю слова мамы, что как только рождается ребенок, время летит мгновенно. Ну, оно так и есть, это факт. 2 года прошло, как будто вот так. У нас хорошая мама, у нас очень заботливая мама. Она очень много трудится. Трудится в заботе и воспитании Рема, трудится из позиции канала, потому что вот за сегодняшний день мы уже несколько дублей записали, просто я не очень придирчив, потому что это ее канал, на своем канале я бы тоже переживал, но здесь каждый кадр, вот вы представьте, если кто-то из вас хоть что-то записывал в своей жизни, вот пытался что-то, какой-то диалог на камеру сам с собой разговаривать, вы, это невероятно сложно, можно сделать 30 дублей, чтобы вам это нравилось. Как сейчас, да? Да, но при этом, когда еще это маленькое сокровище, которое везде в кадре, везде шумит, какие-то звуки издает, вы не представляете, как это сложно, она так много трудится, чтобы поделиться с вами своей историей жизни, что, конечно, это просто вызывает у меня чувство гордости.
Ну, конечно, то, что у него появляются... Вот, видите, это ж не просто совсем. То, что появляются партнеры, друзья, классная аудитория, классные подписчики. Я вам тоже хочу сказать спасибо, что вы ее поддерживаете, потому что без вас, конечно, никакие YouTube-каналы не существуют. Вообще бы YouTube был бы никому не интересен, да? Поэтому, друзья, вам тоже спасибо большое. У нас сегодня крутой день, классный праздник, да, Сумик? У тебя супер крутой велик теперь. Будем гонять с тобой, да? Это была я, если что. Завалил папу. Так, это наш друган Марк. Спасибо тебе, дорогой. Ну, котята. О, смотри, сколько шариков. Класс. Ой, Маркуша, смотри. Вау. Baby, let's go far, so far. Together far away, you and me. Вот это да, да. Мирошка. Какой? Не понял, что происходит. Смотри, какая красивая. Обнимушки, поцеловушки. И не плачь. Такой, ой. Все, зайка, все молчи. Он не плачет.